Hi guys. Открываем сезон. Mission complete. Атмосфера железнодорожного вокзала. Да, говорит, чтобы утром голова заработала, ну шарики поиграть. Фигала их как. Не побегать. Записывайте, молодежь. Ну, игрушка для взрослых, да? Лови, Личи, лови ее. Нормально. Нехило так-то прошел. Стой! Нельзя. Как будто вентилятор какой-то. Они там еще купили. Молодцы. Молодец, красавчик. Личи. Молодец. Нельзя, Лич. Молодец, Лич, молодец. Не вышло. Он как пельмеши. Убегает. Как пенка на молоке, знаешь, такая. Они прям... Капучино. Где это дно? Так, скидываешь, чтобы еще ходить еще. Красиво. Да? Ага. Сидят там, кальян курят, эти там роют. Сдался. Вон их видно тут. Да, но они были такие. Не, если видно, то вообще отлично. Баловаться не верно. Они на одном месте стоят, вообще не отходят. Ну, там пришел карик покурить, извините. Эстетика. Ой, это не плюнь. Ну, Юля, вон вообще бурьян. Идеально просто. Ничего не смешалось. Сегодня облака вообще очень красивые. Как будто нарисовали вот так вот кистью. Да. Что-то на местной достопримечательности. Взрывной, как будто бы какой-то, не знаю. Ну, мы просто по центру идем. Оно, ну вот, вот это вид, видишь, такое вот большое, раза в два больше. Ну, ага. Это, типа прям очень огромный. Я такой, ни хрена, я говорю, впервые вообще такое вижу. Местные жители. Обещаешь? Сегодня вечером обещаю. А вот вокруг озера какой километр? Запиши. Да хотя я на самом деле. Есть видео, видеофиксация есть. Мне не помогает видеофиксация. У меня было видео, что когда говорит, что мы когда мы переедем в Artline, она говорит, я сразу, как только мы переезжаем, я бегаю. Каждый день. Когда она начала с тобой бегать? Сегодня пятый день будет. А сегодня. Думаешь, полгодика прошло, ну что ты начинаешь, ну? Там реальная деревня с видом на озеро. Лечи. Ой.
Сейчас будет тебе бульк. Сережа, на чем больше колесо, на фуре или на тракторе? Что за собака с какой-то реагирует? Пойдем. Профессионалы, вечерело. Сегодня уже и дождь был, и ветер, и птички. Я тоже такая сижу, думаю, ну вот собак записала, ну еще собак записала, и, короче, вообще ничего не сделала. Что даже не записала? Ты на шарик снимаешь? Нет. Вот в этой штуке, конечно, вообще топово готовится супец. Внутри там, да? Что за шейтан машина? Это коза, это... Птички. Ну там, я знаю, что это угли ставится. Солнце красивое. А, типа верх, он прям занимает все место, да? Да. Она что, дура? Не знаю, навоз. Не, может там комары какие-то летают. Не вставай туда, что будет кидать. Треугольник. Я б тебе ответил под этот. В рифму. Ну, как-то так. Уже вечереет, сейчас будем шашлычки готовить. Покажу их, и на первый день вам хватит информации о загородной жизни в городе Санкт-Петербург. Вот такие у всех дачи. Парник, пойдемте, вам покажу. Достопримечательность всех дачников — это парники. Не, подожди, не слышишь. Что? Группа крови какая? Не знаю. Вот такие вот парники у всех на дачах. Сейчас здесь не жарко, но летом тут капец душно. Вот эти вот все, они уже сейчас текут вот. Ку-ку! Ку-ку! Лети! Ну ладно. Полетела за кем. Ну такой мини-обзорчик чиллаута на даче. Сегодня 8 мая, завтра 9 мая, победа. Праздник. Личи, личи, ко мне. Личи, ко мне. Сидеть. Сидеть. Ты где была? Ну-ка, рассказывай. Что это со своим носом? М? Где была, личи? На меня посмотри. Ты где была? Что это такое, блин, личи? Какого хрена? Да, да. 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 Личи. Давай. Ищи.